Дисклеймер. Привет, я третий. Я продолжаю проходить маленький кошмар. Маленькие кошмары 2. Так, ну заходи подальше. Помнишь, мы пытались тут вещи сжечь, уже 3 вещи сожгли. И что-то вообще никакого прикола не сработало. А почему мы не можем подняться на лифте? Походу все. Все-таки из медведя должен был выпасть ключ, но он не выпал. Он должен был выпасть. Его все равно нет. А ну давай посмотрим. Ну вот, видишь, сколько тут сажи. А ну-ка, может попробовать еще раз зажечь? Может тогда появится ключ? А ну, ждем, ждем, ждем. Так. Может теперь ключ должен появиться. Видишь, сохранение прошло. А вот где он? Ну и где он? Я тут все обошел. Я уверен, в этой кучке он может быть. Ну, видишь, тут я просто не нахожу этот ключик, и все. Не нахожу, а назад вернуться почему-то нельзя на лифте, смотри. Мы заходим, и все. А, едет. А что он тогда так, а не ехал? Что за прикол такой? Может, там какой-то еще есть мишка? Потому что на рентгене он не такой уродливый был. Наверное, чтобы мы не мотались туда-сюда, не сжигали прям все игрушки, нам и сделали рентген, чтобы мы нашли, где в нем ключ. Но все равно, я пока не нахожу. Ну и что тут еще остается? Вот, уродливый кролик еще есть. Но кролик-то это не медведь. Там еще один есть. Кролик, вон он. Но вряд ли. Сомневаюсь очень сильно. А ну, давай закинем. А ну, просканируй его. Давай. Включай рентген. Давай-давай, смотрим. Вот в нем есть что. Вот в нем ключ. Хотя, на, видишь, на рентгене был медведь, но это заяц. Это очень стрёмный заяц. С одним ухом. А одно ухо медведя. Это какой-то заяц-мутант. Все, зато я теперь точно знаю, что... Да, возьми заяц обратно. Теперь я точно знаю, что в нем ключ. И теперь можно его нормально закинуть в печку, сжечь. Получим мы ключик через ключ. Мы отнесем на второй этаж. Там откроем дверь. И, наверное, уже там будем как-то проходить загадки с предохранителем. Чтобы получить предохранитель. Один. Да, я думаю, вот так и сделали. Смотри, сейчас мы прошли загадку, чтобы получить ключ. После того, как мы получим... Куда ты вместе с ним полез? После того, как мы получим ключ, мы будем проходить сложный уровень комнаты для одного предохранителя. Когда один получим, воткнем. И будем проходить сложную комнату для второго предохранителя. Вот. И когда получим второй предохранитель вместе с первым, пойдем и откроем уже новую шахту лифта. Новый шахты лифт. А, ну да, новый лифт откроем уже. Давай, поехали. Так, опять же, пока я не вижу продвижения в сюжете. Никакого. Да, они вроде бегают что-то, но пока вообще ничего не объяснили. Зато я теперь знаю, откуда желтенькая появилась. Но и то я знаю только, откуда плащ появился. Откуда она сама появилась, почему они знакомы, что, где, как. Вот этого пока неизвестно, непонятно. Пошли дальше. Так, замок. Не-не-не, куда ты открывать сначала решил? Сначала замок отопри. Все, давай. Все, вот. Так, ключи, фонарик. Что здесь мне нужно будет взять? Ой, тут какой-то Франкенштейна пытались создать. Че, все? Просто пустая комната. Ого! Ого, тут даже слишком много. Больше, чем я думал, комнат будет. Пройти нельзя. Ну, ты видишь, она тресканная какая-то. Нет. Не тресканная. Ладно, тогда попробуем сюда зайти. Наверное, что-то тут. Вот эта вот дверь, наверное, должна открываться, да? Давай, попробуем вместе. А, ты хочешь меня подсадить? Давай. Оп. Давай-ка, попробуем. Так, а как я теперь должен тебе открыть дверь эту? Так, привязанный опять манекен почему-то. Кто-то очень сильно боится, но при этом очень любит манекены. Что за хрень? Какого черта? Тут... Почему оно начинает двигаться? Там рука какая-то неадекватная, видишь? Но она мне хотя бы подсказывает путь, куда идти. Не-не-не-не-не, пошла в задницу. Не-не-не-не-не, вот так. Все, давай, а ну беги сюда.
Я теперь попробую сделать подкат. Не получилось. Мне там надо, наверное, было перепрыгнуть, да? Сюда иди, иди, иди. Так, давай-ка. Давай, оп. А сюда она не запрыгнет. Я надеюсь. Но она внизу сможет пробежать. Да-да-да, я так и подумал. Но теперь я могу на решетку забежать. Ага, не-не-не-не-не. Все, я надеюсь, ты тут хотя бы за мной не будешь. Будет лезть. Она все равно за мной сюда лезет. А ты не забыл, что у тебя там подруга как бы? У тебя там... Ну все, но она меня сейчас схватит. Но она меня тут схватила, я же сказал. А я бы не успел там выбраться. О, ты тут прям очнулся, да? А если бы ты шел тихо, она бы тебя все равно нашла? Да, она меня все равно бы нашла. Что за неадекватные руки? Пожалуйста, хозяева, не бросайте свои руки. Вы увидите, какое неадекватное они появляются. Давай быстрее, 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 быстрее. Все, если бросить свою руку, она вот такая вот и останется. Будет маленьких детей вот так ловить. И я не знаю, что она с ней будет делать. Ну давай, давай, давай. Все, я надеюсь, она за мной не сможет добраться. Ну все, я надеюсь, она застряла там. Только вот куда мне теперь идти? Ага. Нашел выход. Туда же обратно. Просто обратно. И все. Ой-ой-ой, мне не нравится. Вон она, я вижу. Сейчас откуда-то должна выпасть. Твою мать, а. Ага, не повезло. А вот куда мне теперь надо идти? Вот сюда, что ли? Да-да-да, пока получается с этой. Так. А, вот первый предох... А, нет, подожди, предохранитель, это мы еще успеем. Давай вот так вот долбанем. Да. Не-не-не, мало, смотри, одного удара было, ни хрена себе. А это помнишь, как босс был в первой части? Ни хрена себе. В первой части это был обычный босс, а здесь это прям... В первой части это был босс с таким... Такой битвой, а здесь это просто рука какая-то. Которая еще уворачивается, смотри. Добил. Да, ой, добил. А, они сделали эту руку по принципу паука, понял? Ее убил, и она вот так вот лапки к себе стянула. Ну все, теперь побежали. Так, только вот куда? Вот сюда куда-то, да? Ага. Ой, я случайно. Но это сработало. Я не хотел этого делать, но раз это сработало, то пускай. Тю, отлично вообще. Так, как мне тут пройти? Дай мне пройти вот так. Все, давай-ка это закинем вот сюда. А что ж ты делаешь? Давай, вот так. Туда закидываю, и теперь сам прыгай. Все, и теперь побежали обратно к нашей подруге. Где она там была? О, вот. А что ты сделала? Зачем? Просто пошли. Или ты что-то придумала крутое? Нет, она просто поигралась с рукой своей, пока меня не было. Ладно, побежали. Вот, я же сказал, эту комнату, где ключ был. Один предохранитель взяли. После того, как один предохранитель взяли, откроем вторую комнату, где будет второй предохранитель. И после того, как получим второй предохранитель, возьмем вместе с первым, пойдем к лифту. Это все слишком легко, слишком предсказуемо. Давай, побежали. Я надеюсь, тут больше никаких ловушек не будет, потому что мне не понравилось от руки убегать. Это было страшновато, во-первых, чуть-чуть. Во-вторых, ни хрена себе. Ни хрена себе тут комнат. Давай, запрыгивай. А это типа ты должна, да, сделать, чтобы я туда пролез? Ну так я давай. Прыгай. Ты что, издеваешься? Ну и как мне туда пройти? Может, ты как-то прыгнешь? Нет? Ну давай, вот оно, я вижу. Ты что, издеваешься? Ты не сама, не мне не даешь это сделать, что ли? Прыгай внутрь. Или я прыгну, ты тогда дерни за рычаг. Ой, я тебя не понимаю, женщины. Да она же может прекрасно это сделать, но она не делает, почему? Тут ты хочешь подсадить меня, наверное, сначала, да? Да, вот она, давай, подсаживай меня. Ладно, давай посмотрим, что здесь у нас. Твою мать, тут чувак какой-то стоит. По-любому он сейчас за мной будет гоняться, да? Давай фонарик на всякий случай включим. Он ходит только когда свет выключен, что ли? Да, смотри. Он включит только когда... Он ходит только когда свет включен. Точнее, выключен.
Слушай, а как мне отбегать, при этом светя на тебя? Вот так как-то, по два шага? Ну это глупо как-то, ты не понимаешь, да? Ты же понимаешь? Ну слышишь, а ты не слишком ли дохера шагов делаешь? Давай вот так. Все, сюда она, надеюсь, не пройдет, да? Да-да-да, сюда манекен не пройдет уже, отлично. Теперь ты будешь, да, идти за мной? О, нет. О, нет. Ну, конечно, да. Кто бы сомневался. Сейчас мне надо будет туда идти, наверное. Да, конечно, куда же еще? Но только эти теперь будут идти, когда я на них свечу, да? Или нет? Пока ничего не вижу. Так, давай пройду тут. Нет, не пройду. Мне не нравятся манекены, жуткие. Сейчас кто-нибудь по-любому из них на меня нападет, да? Сюда пройдем. Ой-ой, а этот прям полноценный уже манекен, смотри. И этот уже... Ладно, я начинаю нервничать. Почему везде этих манекенов добавляют? Это ж страшно. А, ну да, для этого и добавляют. Все, дошло. Ага, я тебя наш... Вот пидорасы. Они все двигались, прикинь, оказывается. Вообще нечестно. Тогда попробуем... на таран. No. Давай, просто бежим, быстро бежим. Не успеет. Опа. Прокатило. Так, но я сомневаюсь, что второй раз прокатит это. Ну давай попробуем и второй раз. Бежим. Не-не-не, он слишком быстрый, он может меня успеть догнать. Ты же меня не поймал даже, скотина. Падла, тварь. Но идти и светить фонариком сразу в двоих, это нереально, понимаешь? Это тупо нереально. Так что мне нужно просто пробежать вот так вот очень быстро мимо них. Смотри, мимо первого же пробежал, да? Значит, и мимо второго надо. Вот так, давай. Ой, подождите, я присяду. Все, спасибо. Они тормознутые, прикинь. Затормозили. Так, давайте теперь мне быстренько бежать вот так. Быстрее. А, тут еще один. Давай, быстрее. Успел. Короче, он еще как-то бежит, знаешь, когда ты что-то там делаешь, он еще и бежит прямо, но фонариком светит в них. Ну, давай попробуем. Может, я, если чисто вправо буду, влево светить, то он будет на них фонариком светить, если я буду чисто влево бежать. Да, смотри, он... Да, он тогда на них начинает светить. А ну, давай. Смотри, он иногда на них светит все равно. Видишь? Я не останавливаются. А теперь бежим. Давай. Успел. Давай. Так, а есть тут еще куда идти? Мне уже хватило выше крыши. Конечно, с этими предохранителями не очень-то они мне и нужны, знаете. Так, куда мне теперь надо идти? Где моя помощница? Было бы очень удобно, если бы я шел... Она светила. И куда мне теперь идти? Я не совсем вижу отсюда. Наверное, в эту дверь, да? Ну-ка, давай. Нет. Ну, видишь, вот этот вот в халатике. Мне кажется, только манекены в халатиках на меня будут охотиться. Так, ну, вот сюда мне больше нет вариантов. А, вентиляция. Вот. Давай заберемся. Сейчас этот оживет, да? Нет? Нет, смотри. Да ты что, угораешь? Зачем ты спрыгнул? Ну, по крайней мере, у меня сейчас время было, пока он вот это вот лазит. Если бы кто-то хотел ожить, он бы уже ожил. Все, получилось. О, у меня хотя бы здесь теперь есть... Твою мать, решетка. Сейчас сверху упадет рука, да? Блин. До сих пор эти манекены. Когда я там найду предохранитель уже? Ой-ой-ой, это мне не нравится. Сейчас... Да, я же сказал. Вот сейчас вот этого, вот я... Именно этого я и ожидал. Да. Я так и знал, что будет. Слишком предсказуемо. Понимаете, а вот это вот было неожиданно. Ладно, я не знал, что сейчас. Видишь, он сам как-то светит на них. Не-не-не, тебя сейчас схватит. Ну как так-то вообще, а? Он меня все равно поймал. Наверное, сейчас надо было все-таки остановиться и посветить в его сторону. Потому что сейчас все манекены были с одной стороны. Да, когда они с одной стороны, то очень легко получается.
Можно будет светить на них. Вообще без проблем. Давай, оббегаю, оббегаю мимо этих рук аккуратно. Давай, давай, быстрее, 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 быстрее. Так, получается, получается, аккуратно. Бегу, бегу, бегу. Давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Давай, этого свечу, чтобы он на меня не напал. Теперь быстренько. Теперь вот так, смотри. Ну и как мне тут двигаться теперь? Видишь? Нет, это не вариант. Если я поворачиваюсь и свечусь, то он слишком быстро. Нет, он слишком быстро двигается. Я не успею так вот. Посветил, не посветил. Тут что-то глаз указывает на что-то. Видишь? Он на что-то указывает, я не знаю. Так, ладно. Побежали. Еще раз пробуем. Сейчас как-то надо. Надо как-то сделать. Но я просто не представляю пока, как делать это все. А если по прямой побегу, то меня схватит. Все-таки правильно я делал то, что оббегал вокруг них. Вот. Но это... Чтоб ты не думал, что можно просто в тупую побежать и все. Нет, надо с головой бегать. А почему ты отключаешь фонарик постоянно? Давай, да. А если отключить, то они не нападут? Нет, все равно нападают. Тогда зачем ты отключал? Интересно какой. Нет, оббегаем, оббегаем, оббегаем. Так, видал, я туда попался только на один раз. Все, теперь валим, 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 валим. Быстрее, 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 быстрее. Мне опять, я уверен, что мне опять надо там подкат сделать. Опять он посветил. Он опять светил, на него светил и перестал светить. Надо как-то научиться подкаты делать нормально. Потому что это они требуют Shift и Control. Это неудобно пока. Так, ага. А если в другую сторону? Да, слушай, получается, ладно. Вот теперь получается. Ну, смотри. Сейчас не отключил фонарик. Вода дает. Прикинь. Теперь я сижу как пиздобол просто. Ладно, давай пробежим аккуратненько, аккуратно. Нет, 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 меня вы не поймаете, не поймайте. Я ниндзя, я змейка. Я супер секретный шпион. Давай, давай, давай. Так, а теперь надо аккуратно. Ой-ой-ой-ой, ты что делаешь? Ой-ой-ой, быстрее, беги, быстрее, 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 быстрее. Так, он светит на нее. А вот теперь... Стенка, твою мать, видишь? Вот опять, из-за такого внешнего вида я не могу попасть куда надо. Ладно, давай еще раз. Как мне не нравится вот это вот. Идея с манекенами, это очень сложно. Давай, хорошо, пробежим. Еще раз пробежим. Нет, 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 вы так меня не поймаете. Блин. Как обидно вообще. Как они вообще меня находят? Если я выключаю фонарик, они же все равно меня видят. Прикинь, мне это не нравится. Вот как-то по этой, да. Прикинь, а этот уже здесь. Так, давай, подкат. Быстрее, 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 быстрее. Так, светим, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее. О! Мою мать, я про мышку забыл. А я-то думаю, что у меня рука такая свободная. Блять. Я же уже убежал. Ой, я забыл про мышку. Почему я забыл про мышку? Потому что там, если мышкой, там надо мышкой нажимать, чтобы он хватался за эти. Если ты мышкой не нажмешь, то он не будет хвататься, соответственно, и просто вот будет прыгнуть, и все. Блин, прикинь, какая обида. Ладно, один раз получилось, значит, сейчас еще раз получится. Ты что думаешь, я не смогу второй раз пробежать, да? Да смогу легко, смотри. Давай, вот так вот, просто пробегаю в упоре перед ним. Теперь жму Ctrl, пробегаю даже вот здесь, сидя. Этот светит в него, давай-давай, запрыгиваю. Вот, и я теперь, оп-оп-оп-оп, быстренько-быстренько, могу-могу-могу-могу. Видишь? Вообще легко было. Давай, включаю везде свет. Все. Отлично, мыло. Мне не нравится, что в душевой уронили мыло. На что это они намекают? Чтоб я кинул его сюда? Ну давай попробуем. Твою мать, этот в ванной не просто так лежит, хмырь. А нет, вот еще в кресле есть. Надеюсь... Нет, он на него светит, видишь? Он на него светил только что, значит он сейчас может ожить. А как? А что мне с этим делать всем? Может вот этого типа подвинуть? Нет, с этой стороны не получается. Может с этой схватить? И нет. А если вот так вот? Нет, ну вот это вот выглядит не просто так. Я уверен, она меня схватит. Вот это вот тоже нападет на меня. Я прям на 100% уверен. Так, а что мне делать? Может мне оттуда надо притащить и коробку? Да, видишь, тут есть коробка. Значит мне ее скорее всего надо будет тащить. Но походу не эту, да? Походу, ту, которая дальше. Да, походу, ту, которая дальше. Давай, давай. Возьмем.
О, там проход внизу есть. Но я не уверен, что он мне туда нужен. Я ж только что оттуда убежал, да? Или мне все-таки сюда нужно? Нет, не-не, подкат ты не вовремя сделал. Прикинь, если все-таки сюда мне надо было идти. Да ну на. Фух, я уже испугался. Давай, чувак. Где-где-где-где-где-где-где? Нет, ну я не хочу сюда на эту залазить. Ну давай залезу, ладно. Но я почти уверен, что это зря. Да, я так и думал, короче. Сюда я зашел только типа отсылочки. Или что это, тени. Я зачем-то тени тут собираю. Вот это просто, чтобы тень собрать и все. На самом деле. А ящик все-таки туда надо было двигать. Зачем-то. Нет, я сомневаюсь, что туда надо было ящик двигать. Так, давай пока ящик двигать не буду. А ну. Нет. Я уверен, что туда ящик двигать не надо. Там что-то еще должно быть. Давай осмотримся вообще. Куда я тут могу ящик подвинуть? Для чего? Ага, в окошко это забраться, да? Но я сомневаюсь. Скорее всего, вот это вот надо дотолкать туда. А перед ним уже и поставить ящик. Давай. Не получается? Почему моя вторая ко мне не приходит? Когда она уже дойдет? Давай тут взяться тоже нельзя, да? Но я сомневаюсь, что он чисто с ящиком сможет долезть туда. Давай попробуем, хорошо, но сомневаюсь, ящик очень маленький здесь, посмотри. Он не допрыгнет до туда тупо. Ну ладно, давай попробуем, но я в этом очень сильно сомневаюсь. Как бы те двое не встали. Но тот, который на инвалидном кресле, вряд ли он встанет. А вот та, которая в ванной лежит, она вполне может. Плюс она, смотри, как проработана. Очень страшно сделана. Я прям почти уверен, что она встанет. Если нет, то разработчики зря делали такую хорошую модельку. Сейчас посмотришь, вот обрати внимание. Вот она, смотри, как шикарно сделана. Я уверен, что она встанет. У нее голова обмотана. И вместо руки крюк. И там вообще просто чего нет. Смотри. Чего только нет. Опа. Видишь, тряпка возле нее. По-моему, только сейчас появилась тряпка возле ее. Видишь, ванной? По-моему, ее не было раньше. Так, давай аккуратно. Не-не-не, как бы не встали. Хотя вот этот вот в кресле, он подсвечивается. Мне не нравится, что он подсвечивается вот так вот. Но хоть бы не напали, пожалуйста. Просто самообман. Просто самообман. Все, надеюсь, не нападут на меня. Надеюсь, не нападут. Не надо, убедительная просьба нападать на меня. Вот так вот. Есть. Додвигал, но смотри, мне кажется, это маленький слишком. Ну, он даже не может запрыгнуть сюда, серьезно? Да, он даже запрыгнуть сюда не может. Даже с кнопкой то, что я нажимаю, схватить. Он даже не может... Почему он не может запрыгнуть? А для чего это было тогда? Может, там маленький тот ящик тоже надо подвинуть? Да ну, я сомневаюсь. Он не двигался вроде. А ну, давай. Нет, он на нее просто залазит и все. А вот это вот что за рычаг? Я его уже дергал? Да ну, с выключенным светом вы предлагаете играть? Сейчас они оживут. Да, я же сказал. А, все, он ожил, и теперь я могу кресло забрать. А вот как мне теперь отойти? Да, я так и знал. Мне надо выключить свет, чтобы этот ожил. И после чего я заберу это кресло легко. Смотри. Да-да-да, и надо аккуратно, аккуратно как-то. Ага, берем мыло. Да-да-да, сюда подходим, кидаем его. Промазал. Давай мыло еще раз бери. Давай вот сюда куда-то. Да, попал, видишь? А че он все равно за мной бежал? Может, мне просто в тупую бежать надо, пока я не добегу до рычага? Чуть-чуть не хватило до рычага, да. Мне надо открыть дверь и тупо до рычага на всю бежать. Давай-давай. Мыло еще раз бери. Кидай. Давай-давай-давай. Еще разок. Все. Давай-давай. Сейчас надо его... Все отлично, и теперь бежим, 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 пока он тормознул. Просто в бок и все, даже не обходя никакую по... Чуть-чуть не хватило. Нет, все-таки как-то надо его просвечивать. Давай тогда это попробуем сделать в следующем выпуске. На этом все. Напиши любой комментарий, поставь лайк, подпишись на канал. Скоро увидимся.